Выберите, пожалуйста, понравившуюся вам рамку для фото и нажмите кнопку «Печать». Добрый день. Добро пожаловать в Digital Salon Tele2. А он напечатает? А куда вы забираете? На заряд. Да, мы хотели пообщаться с ним. Я, ну, надо заряжаться, я понял, все. Да, а он печатает фотографии? Ну-ка, Серый, надо за ним. Блин, брателло, до свидания. Пойдем, ладно. А он уехал, он обещал вернуться. Да? Да. Ну а что, сейчас получится. Как интересно. Сейчас фотография начнется. Давай, 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 да, нажимай. А то вместе с печатью фотография еще счет. О, давай, нажимай, нажимай, нажимай. Куда, на что нажимать? Ну, на фотка. Здорово, как дела? У меня все отлично, ведь я работаю в Теле2. Как у вас? Привет. Слушай, рад видеть вас в новом салоне Теле2 торгового центра. Молодой человек, это давно и красавчик. Я не знаю. Ты красавчик просто поэтому. Я... Сейчас даже на надпись, смотри, обрати внимание. О, друг. Где тебя друг? Все. Отечественная разработка? Да. Покровская, местная? Нет. Нет, не местная, Москва? Пермь. А-а-а. Ну, нет, так нет. А на вопрос там отвечает, информацию дает? Ну, да. В смысле? Все нормально. Стих? Интернет здесь слабый. Ага. Потому что как-то мы были на сельскохозяйственном форуме, там был тоже, ну, не именно такой робот там, да, но он про сельское хозяйство рассказывал. Да это то, что загрузишь. Да? Да. А что загружено в нем? Ну, Теле2 сейчас здесь. Красавчик. Вот где бы я хотел оказаться. Так это в Голливуде сняться в каком-нибудь фильме про робота. Про Роберта. Познакомиться. Давай, скажи, давай познакомимся. Давай познакомимся. Как вас зовут? Иннокентий. Вас действительно зовут Иннокентий? Да. Конечно. Да. Приятно познакомиться. Иннокентий. Меня зовут Теле2. Иннокентий. Иннокентий, рад с вами познакомиться. Теперь на Кенте можешь отойти погулять и подойти к нему, он тебя узнает. Да, Серый, отпечатайте фотографию сейчас. Вас действительно зовут. Давай познакомимся, он на телефон. Вас действительно зовут. Он меня позвал, да? Да, он Иннокентий. Вы можете назваться. Приятно познакомиться. Забавно, да? Меня зовут. Вот он, большой брат наблюдает. Айгуль, рад знакомиться. Ну-ка. А это зависит от того, что вы хотите. Как дети бы копали, я здоров. Ну прикольно, а что? 2020 год. Я переводчик не знал. Переводчик? Это прям переводчик такой. Но в основном он парни с этими с роботами. Какой какой-нибудь переводить. Здорово, привет, робот. Привет, робот. Иннокентий. Доброго времени суток. Давай Добро пятюню. Пожаловать. Теле2. Все, он не здоровается, да, руки?
Не, ну он сказал доброго времени суток. Здравствуйте. Иннокентий, он сказал, здравствуй, доброго времени суток. Какой актуальный тариф Теле 2? О! Давай, братан. Вот. Как дела? Нормалек? Пам. Молодой человек. Привет. Меня зовут Телебот 2. Да я понял, какой тариф актуальный? Он сейчас на него смотрит. А, Сера, да, он на тебя смотрит. И это меня радует. Что он пишет здесь? Молодой. Молодой человек? А ты прошу вас, да? Скажите еще. Я подошел. Иди познакомься. Давайте, подойди сюда, познакомься. Давай познакомимся. Выберите себе на экране. Лицо подтверждено. Как вас зовут? Серега. Громко скажи. Серега. Пожалуйста, назовите свое имя. Громко. Серега. Вас действительно зовут Громко Серега. Да, 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 да. Да, Громко Серега. Приятно познакомиться. Громко Серега. Меня зовут Телебот 2. Сейчас вот отойдим. Да мы, наверное, попозже подойдем, сейчас прогуляемся. Благодарим. Крутой, братан. Пойдем. Громко Серега.